Сотрудники ГИБДД помогли добраться роженице до перинатального центра в Мурманске. С просьбой о помощи к полицейским в 80 километрах от города-героя обратился муж, начавший рожать в дороге женщины. На автодороге Р-21 Кола водитель «Волги» обратился за помощью к сотрудникам ДПС. Ему с женой необходимо было проехать еще 80 километров до перинатального центра. Страх не успеть спровоцировал северянина обратиться за помощью. Чтобы не дожидаться скорой медицинской помощи, нами было принято решение сопроводить данный автомобиль в перинатальный центр города Мурманска, после чего мы включили специальные противовоспалительные маячки. Благодаря своевременной медицинской помощи женщина благополучно родила девочку, которую назвали Аделина. В день выписки сотрудники госавтоинспекции поздравили маму с рождением ребенка и подарили цветы. Спасибо большое вам. Инспекторы ГИБДД регулярно оказывают помощь попавшим в сложные ситуации автовладельцам. Например, в декабре мурманские сотрудники полиции доставили до лечебного учреждения маму с ребенком, которому требовалась экстренная медицинская помощь.